Привет, с вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю банановый бисквит или банановый пирог. Никогда не выбрасывайте спелые бананы. Вот у меня остались бананы. Я всегда готовлю из них разные вкусняшки. Бисквиты, тортики, десерты. Для приготовления нам понадобится мука, яйца, бананы, растительное масло, сахар, разрыхлитель и щепотка соли. Нарезаем бананы на небольшие кусочки. И перебиваем погружным блендером в пюре. Затем смешиваем 3 яйца, 140 грамм сахара и щепотку соли. Взбиваю миксером в белую пышную массу. В массу добавляю измельченные бананы и растительное масло. Немного перемешиваю миксером, не сильно, чтобы яйца с сахаром не осели. И теперь просеиваем 200 грамм муки и 1,5 чайные ложки разрыхлителя. И все тщательно перемешиваем миксером на низких оборотах до однородной консистенции. По консистенции тесто у вас должно получиться примерно вот такое. Духовку ставим разогреваться, подготавливаем формочку. Я буду использовать формочку диаметром 18 сантиметров. Я ее обложила фольгой сложила вдвое. И немножко смажу дно и края формочки растительным маслом. И переливаем тесто в формочку. Отправляем запекаться тесто в духовку, разогретую до 180 градусов, на 45-50 минут. Выпекаем до сухой зубочистки. Смотрите, какой красивый и пышный получился у нас бисквит. Вот он у меня уже отлежался, это на следующий день. И посмотрите, как он хорошо держит форму. Он ни капельки не опал. Обязательно приготовьте и попробуйте. Если видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите мне ваши комментарии. Всем желаю всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.